Вот вы знаете, какое вот радикальное различие советского и американского кино на криминальную тематику. Вот в советском фильме человек, осознавший, что он попал вот в такой омут, в такое болото, и который всех, значит, сдает, он в конце, ну, нормально, у него все с ним в порядке. Вот такое классическое советское кино. А вот в американском, ой, у них вот к этим стукачам сама полиция, те, кто понимает, вот относятся очень плохо. Я не помню ни одного американского фильма, где можно было позавидовать судьбе стукача. Ну, понятно, что его жалко, он не от хорошей жизни стучит, но ничего хорошего с ним не происходит. Вот почему важно смотреть американское кино на эту тему. А у нас тут не так давно, да как не так, вот сейчас события, связанные с Олимпийскими играми. Допинговый скандал, да, и вот фигурант, один из фигурантов этого скандала, тот, кто раскрывал, один из тех, кто раскрывал тайны российской кухни, вот этой вот сокрытия допингов, да, Степанова, ее не допустили до Олимпиады, она спортсменка, бегунья, кажется, ну, я не очень знаю их, ну, вот ее не допустили, да, видимо, она вот рассчитывала, что все пройдет, пролетит. Нет, товарищи, вы не в советском кине, вы в американском, да, ну, в западном. Ну и не об этом. Я вот помню, что когда я был маленький, в детстве я так говорю, когда я был маленький, ну не такой уж я был маленький, вот с допингом все эти истории начались, когда я был подростком, и начались они примерно с того, что вот люди, применяющие допинг в спорте, они так форсируют свой организм, что это вот для организма очень вредно. И поэтому нужно вот, ну, бороться с допингом. Появились вот антидопинговые, вот, так сказать, правила. Да? Помню, первый скандал случился, когда это был чемпионат мира по хоккею. Наша команда, всегда очень сложно было, сложности в игре с чехами. И вот мы были чуть-чуть впереди, потому что чехов как-то финны обыграли. Да? То есть мы были впереди. И тут нам, значит, играем мы сборной ГДР. И один из немецких хоккеистов подъезжает к нашему и говорит ему: «Финн-допинг». Ну, он русский-то не знал. Оказывается, вратарь финский увлечен был в допинге. У него в крови нашли это вот то, что в нос-то закапывают от насморка. Знаете, сосуды расширяющие? Эфедрин, да? Он был весь в недоумении, вратарь этот. Может быть, это в бананах было. Я, говорит, бананы ел. В бананах, оказывается, тоже есть какое-то количество эфедрина. Вот, ну, не знаю, потом врач сказал, взял на себя вину, я ему закапал в нос вот капли от насморка, потому что у него был насморк, ну, как он будет дышать, да? Ну, вообще, говорят, хоккеисты, это были, вот, так сказать, герои моего детства. Мы знали, как тяжело им даются вот чемпионские медали, олимпийские медали, что они часто играют с травмами, травму, значит, делали новокаиновую блокаду, чтобы он не чувствовал, понимаете, у него там вывих сустава или что-то такое, травма мощная, а он играет, ему вот заблокировали, он ничего не чувствует просто, да, как деревянная рука или нога, он играет и выигрывает, и наши ребята за ту же зарплату, да, становились чемпионами, в который уж раз. Вот, ну, а в наше время вот этот вот допинг, он как-то стал каким-то таким непонятным, честно говоря. Ну вот спорт больших достижений, он связан, теперь стал с такими вещами. Ну, во-первых, система тренировок, да. Это инвентарь спортивный оборудован. Вот пловцам специальные костюмы делают, чтобы, значит, меньше трения в воду было, да. Вот на выставке в Дарвинском музее рассказывали, как делаются такие костюмы. Это они копируют акулью кожу, оказывается, трения в воду меньше у пловца, да. Лыжники, ну вообще все виды спорта, они, так сказать, некую имеют техническую подоплеку, да. Нужно сделать шест для прыжков тоньше, и как-то вот он легче, и как-то он изгибается лучше. Без техники никуда. Вот, ну никуда совершенно. И, соответственно, и допинги тоже, стимуляторы. Что значит правильное питание? Прежде всего, чтобы пища вам помогала хорошо готовиться, да, график подготовки. Ну, а что, собственно, не принимать какие-то стимуляторы? Я помню, когда защищал я свою диссертацию, у меня был два руководителя, академик и кандидат наук. И вот кандидат наук мне посоветовал: прими немного радиолы душистой.
допинг такой, он дал мне этот вот допинг. Я такой был, вот такой весь вот, такой всех порвать готов был, да, ну, в хорошем смысле этого слова, да. Значит, академик Прохоров, Нобелевский лауреат, вот так вот теребил свой нос и говорил, он прав, это он про меня сказал, он прав, это в протоколе записано. Прохоров сказал, а я вот под этим самым допингом защищался, да, видите, вот откровения какие у меня, да. Вот, ну, это как-то нормально все, да, вот, стимулятор, наверное, да, это возбудитель какой-то. Ну, я не знаю, если допинг не вредит здоровью радикально, что его надо запрещать? Сейчас. Но это вот лишний повод от чего-то отстранить, чтобы в юридическую плоскость перевести. Да? То есть вот тут теперь еще и заслуги не только вот разработчиков там плавательных костюмов, да, и всякого оборудования, не только разработчики химических веществ, но еще и спортивные юристы появилось такое, чтобы отсудить, когда нужно. А вот очень интересный момент. Если вы, так сказать, богатый, то ваши спортсмены, которых вы готовите, они используют те вещества в качестве допингов, которые еще не попали в перечень. И к ним никаких претензий. А вот попадут в перечень после этого, вот вы их на этих Олимпиаду выпустите с допингами, после этой Олимпиады они попадут в перечень, и уже на следующих Олимпийских играх какой-нибудь представитель бедной страны, да, он на этом вот уже известном допинге попадется, да, вот его, значит... Вот мы, представители бедной страны, оказались. В принципе, говорят, да отменить бы эти борьбу с допингами, лишь бы вреда не было человеку. Вот из самых лучших побуждений начинали, чтобы не было вреда. Ну как так нет вреда? Вот они играют с новокаиновой блокадой в хоккей. Новокаин можно обезболивающий применять. Ну, вредно же для здоровья. Они все гробят себя. А вот эти бегуны все, да, которые форсируют себя. А штангисты, у которых потом всегда... Проблемы с позвоночником от подъема больших тяжестей. Вот этот толчок, рывок, жим. Жима теперь нет, теперь только толчок и рывок остались. Раньше был троеборье, теперь двоеборье. Ну вот, это я вот по поводу спорта высказался. Вот так вот. Спасибо вам большое, что слушали меня.